Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами будем играть на моем втором аккаунте, допустим, вот эта вот колода, и в принципе я даже не знаю. Но этой колоды что-то как-то неохота, этой колодой играли буквально недавно, вот почему-то хотелось бы именно сегодня данный дек поиграть, именно гик плюс кладбище, поэтому погнали прямиком в глобал. Обязательно сегодня с вами еще и кроун чест откроем, дофармим вернее и откроем, посмотрим, что там будет лежать, ну и короче, ребята, все как обычно в лучших традициях. Так, первый противник, кстати, на удивление, он у нас тут, блин, ну, 9-го левела, хотя обычно мы с вами каких левелов видим? Правильно, 10-х, а тут пацан аж целого. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, гигант, живи. Не целого, вернее, ребята, а вы поняли, пацан всего лишь, казалось бы, 9-го левела, то есть реально нонсенс. Какой-то прям нонсенс, нонсенс для этих кубков. Кстати, офигенный урон мы с вами сейчас выдаем, буквально... Почти косарь. Косарь хп смогли у пацана снести, ёлы-палы, ребята, достойно. Ничего сказать не могу, здесь, я думаю, фаербол лучше всего ляжет. А, ну да, могло быть на самом деле и лучше, если бы, допустим, у Валькирии еще так много хп не осталось, было бы просто шикарно, ну ладно. В принципе, мы как бы люди такие, если что-то, ну и так пойдет, особо сильно как-то выпендриваться, типа, блин, ну как так, Валькирия выжила, все, это уже абсолютно не то. Не-не-не, нормально. В целом отыграли неплохо. Вот знаете что, еще бы в идеале так сделать, чтобы гром шел позади гиганта. Это было бы просто, ребят, офигительно. Но так, к сожалению, не получилось. Слушайте, мне кажется, он успеет сейчас поставить адскую башню. А, прям для моего гиганта и получится, ну, очень грустно. Поэтому я выдал здесь миньонов. Они бы его прикрыли. И да, ребята, смотрите, противник все-таки решился поставить адскую башню. И очень жестко, я уверен, об этом уже успел пожалеть. Потому что миньоны наши впитали урон просто офигительно. И, в принципе, гигант за их спинами, за их, я не знаю, туловищами, крыльями, за всем, короче, чем только мог, спрятался. И, в принципе, от адской башни люлей вообще не получил. А это, ребята, дорогого стоит. Так, окей, я вам сейчас предлагаю, наверное, на двушечку идти. Будем сейчас его пытаться байтить на деф моего гиганта. Соответственно, ну, это для нас хорошо в любом случае. Так, здесь делаю вот таким вот образом. Стоять, дружище, давай без этих вот твоих выпендреживаний. Ай-яй-яй, вот Валька на самом деле дико напрягает. Вот что-что, а это так. Тут мы, естественно, запаем, как же без этого. Кстати, тауэр мы по-прежнему не отдаем. Пожалуй, плюс-минус вот таким вот образом поступлю. Вот здесь вот адская башня уже в гиганта воткнулась, но по большому счету-то и наплевать, потому что урон-то в любом случае, ну, не по центру, господи, а по левой башне проходит действительно обалденный, поэтому, ну, я, ребят, доволен. Смотрите, еще и громовержец очень круто добивает тауэр, хотел сказать я, но ему буквально немножко не хватает, чтобы этот самый тауэр добить, ладно. Кстати, кургига своего впервые спалил, я не буду его дефать, пускай товарищ забирает у меня вышку, мало ли, там, я не знаю... Крон чест фармит или что-нибудь такое. Ну, мне не жалко, пускай реально попробует забрать тауэр. А вот пацану, как мы с вами, ребята, видим, жалко мне отдать вышку. Ну ладно, мы ее в любом случае сами забираем, поэтому неважно. Никогда этого не понимал. Ну, окей, не страшно. Мы ему вышку отдали, сами трешечку забрали, 29 кубков получили, катку неплохую сыграли. Я, ребят, доволен. Ну что, крон чест, наверное, я оставлю напоследок. У меня там в любом случае второго нет. А, поэтому короны не будут явно пропадать. Давайте именно под конец откроем этот самый. Ну, как раз, королевский сундук. Посмотрим, что будет внутри. И нам, кстати, попадается чувак прям с офигительным ником. Мне он уже нравится. Я не знаю, вот, ну, что-то такое в этом нике есть. Ну, блин, я вижу, ну, чем-то он мне нравится. Что-то даже не знаю. Чего, друг? Не расстраивай меня, ты чего, друг? Какой гигант 9-го левела на 3000? У меня даже на основном аккаунте, где 4 косаря кубков, гигант и то слабее. Ты чё, блин? Ты чё ник-то позоришь, гад такой? Что это за ерунда еще? О боже, фу, это не настоящий. Настоящий бы так не сделал. Нельзя так, друг, бе. Фу, не. Не, вообще. Не хочу с тобой ничего общего иметь абсолютно. Вообще, фи. Мало того, что гигант еще 9-го левела на этих кубках, так еще и элитные варвары. Но нет, друг, это прям уже зашквар X2. Зашквар просто вдвойне жесткий. Фу, ладно. Короче, ребята, нам сейчас с вами нужно добивать вышку справа. Обязательно прям
Нам ее нужно с вами добить. Предлагаю забацать заход через гиганта и кладбище. Надгробие поставим для контра его гига. Надо будет еще что-то придумать с его элитой. Ну, наверное, варваров как-нибудь там в тылы попробуем хитро накинуть. Сейчас, короче, за всем этим делом посмотрим. На сей раз, кстати, гляньте, он уже пошел нам в лоб. Интересно, это ему что-нибудь даст вообще такое? Прям интересное. Но сейчас, естественно, мы на это дело глянем. Чего уж гадать, правильно? Я думаю, правильно. Можно еще, в принципе, накинуть варваров, но варваров я, наверное, сбрасывать не буду. Лучше громоверса, наверное, ски... нет. Я понял, ребят, давайте не будем, пожалуй, торопиться. С тем, что я сбрасывать хотел, тихо, так. Так, осторожно, ой, сейчас было жестко. Если бы я сбросил кладбище, мне бы, ребят, банально не хватило эликсира для того, чтобы адефться от элитных варваров и прочей-прочей ботвы. Ну, вы сами, короче, понимаете. Слушайте, а если я здесь смогу сбросить фаербол по мухам, вышке и принцессе, так мне ж цены не будет. Ладно, по принцессе, конечно, мы пойдем. По мухам тоже почти, но, к сожалению, по башне попасть я не смог. Тихо-тихо, миньоны. Миньоны не забрали, ну как так-то, алло. Надо сейчас его добивать, потому что я, ребят, этих миньонов знаю. Один да один останется, но столько урона выдаст, что мама мия, просто я не могу. Так, слушайте, а элитные варвары сейчас, по-моему, очень жестко накидают, если мне не кажется. 158 хп, стоямба. 158 хп, ребята, блин, а что ж такое-то? А чё ж мы тут это так проседаем-то жестко? Стоять, стоять, стоять без дамага, братан. Давай без лишнего урона, я тебя прошу, я тебя просто заклинаю. Давай, пожалуйста, без этого. Давай, пожалуйста, без этого. Срочно ставим гроб. Вот такой вот гроб, ребята, коцаем. Удачи. Удачи. Жалко, что ты мне немножко ник опозорил, конечно, ну ладно. Блин, ребят, ну за такую каточку, я считаю, вы просто, блин, ну... Поддержать лайком стоило бы. Обалдеть. Казалось бы, кстати, всего лишь-то косарь 200 побед. Но прокачка очень жесткая. Чего гигант один стоит? 9 левела? А что это такое? Ладно, едем дальше. Альберто 30. Брутал. Опасный клан у пацана. Играем, короче, ребята. Смотрим за тем, что у нас тут с вами творится, что у нас с вами происходит. Я сброшу, наверное, варваров, потому что, ну, особо-то и выбора нет, что делать. Фаерболами забрасывать. Ну, такое себе. Кстати, вот на фаер мы его сейчас забайтили здорово. Я не знаю, стоило ли того... чтобы этот самый фаербол стелить, но мне почему-то кажется, что нет, оно того не стоило. Чтобы по двум варварам и всего лишь-то одной башне попасть, ну, мне кажется, можно было и как-то более интересно отыграть, хотя фиг его знает, не мне судить, правильно, правильно. Так, окей, я понял, громовержец у нас здесь сейчас не будет принимать участие в атаке, потому что он встанет на его шарике, мы набрасываем вот такой вот прекрасный, замечательный разряд. Ух ты, мегамух-то, казалось бы, всего лишь 6 левела, но бить будет больно, это несмотря на то, что казалось бы, всего лишь 6 левела. В любом случае урон будет поступать, ну, такой, неприятный, как минимум. Так, я думаю, миньонов нам здесь просто-напросто с головой хватит, чтобы от всей этой ерунды отбиться. Хотя, мне кажется, мух мы не увидим живых, но нет, я ошибся, миньоны остались живых. Один, как минимум, он уже летит к башне летел, но, увы, я их ничего не сделал. Слушайте, я не знаю, ребят, я сейчас, конечно, возможно, очень-очень большую ошибку допускаю, то, что вот такую вот дичь, бац, но она может сработать. Вот я вам серьезно говорю, вот такие вот вещи, они, казалось бы... Ну, вообще, типа, неоправданные все дела, не стоило бы так делать, но, блин, ребят, это работает, мы у него каким-то образом забираем тавр, еще и при этом Гром остается в живых, который сейчас будет нам хелповать, ну, согласитесь, это же просто офигительно, было бы просто еще намного баще, если бы у нас с вами, тихо, отлично, главное, что не по мухам, если бы у нас с вами еще и Громовержец в той ситуации выжил, не, ну, он как бы выжил, он вышку помогал добить, но если бы он еще и остался жив и не забрался бы с помощью его мегамухи, у, это было бы просто сказка. Это была бы офигенская, на самом деле, новость для нас. Ну ладно, неважно. Наверное, мы сейчас пойдем, ну, как бы, ему в лоб. То есть мы с вами видим то, что он будет нашу правую вышку давить. Он ее немножко уже прокоцал. И ему, соответственно, нужно продолжать дамажить именно ее. Правильно? Да, правильно. Это, безусловно, так. И поэтому мы сейчас будем пытаться его как-нибудь встречать всяческими способами, методами, ну и прочей ботвой. Боже, какой фаербол, ребята! Обалденно, просто я от этого сам тащусь, от этого фаербола я на самом деле сам немножко обалдел. Давайте здесь я выдам гиганта, чтобы он банально принял урон от всей этой ботвы
и здесь, пожалуй, вот таким вот образом поступлю. Ну и, как говорится, гулять, раз гулять, то гулять. Погнали, попытаемся треху оформить. То есть шансы есть, да, они безусловно у нас. Ой, как зап-то ложится, просто как по маслу, ребята, блин. Обалденно. Ну, трешку нам, к сожалению, здесь не видать, как собственных ушей. Ну, да, в принципе, и пофиг, потому что, ребята, мы с вами в любом случае победили. Это признать стоит. Отлично отыграли. Альберто 30 был побежден. Ну, я не знаю, что еще, как говорится, для счастья нужно. А нет, я знаю, нужно под конец открыть королевский сундук, чем мы сейчас и займемся и посмотрим, что находится внутри. Галдишка, немножко гемов, ледяной голем, 6 гоблинов с дротиками, 67 варваров, которые действительно очень топово мне. Ну, топово-топово зайдут в колоду обязательно. И также заморозка, тоже эпик, на халяву очень даже приятен. Ну что, друзья мои, вот каким-то таким образом мы сегодня с вами и поиграли. Я действительно хотел бы верить, что ролик вам понравился. Вот такие вот три катки провели. Играли против воздуха, играли против жесткой земли с девятым гигантом. И играли против такой, ну, довольно... нынче популярны связки Коргик плюс Хок, которые также обыграли. Не знаю, я лично остался доволен, ну, в принципе, хотел бы верить, что вы тоже. На этом, друзья мои, я заканчиваю, желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Тащите катки, пусть вам выпадают только самые хорошие сундуки, в которых будет только самый топовый дроп, и всего вам в целом наилучшего. Всем удачи, друзья, и давайте. Пока-пока.